было изучено в рамках всех сверхсветных секретных процессов, с учетом того, что соответчик ссылается на то, что линии электропередач были отключены со стороны сотрудников ООО ДНПКОЛа, мы просим ДНПКОЛа привлечь качество ответчика в данном деле, перевести его из статуса третьего лица в статус ответчика. Соответственно, все заявленные ранее исковые требования считают заявленными солидарными к ответчикам Фишеру и ДНПКОЛа. Почему солидарно? Чем предусмотрено солидарно? Ну, в данном случае мы полагаем, суд должен самостоятельно определить степень виновности каждого соответчика. Суд задает нам к стороне истца вопрос, почему солидарно? Я ответил на него. Потому что исполнение ходатайства. Этому устно заявлено наследие. Что будем направлять? Ну, я готов руки составить в следующий момент. Мне нужно буквально. Почему? Обоснуйте свое ходатайство, почему вы полагаете, что данный Попола должен быть увеличен в качестве соответчика? То, что мы полагаем, что данный милиционер вред причинен совместно, посредством отключения электроэнергии от дома. Обстоятельства, почему вред совместно? Обоснуйте, непонятно. В судебном заседании ответчик пояснял, что электричество было отключено, в том числе сотрудниками ДНПКОЛа. Это зафиксировано в процессе, в том числе в протоколе судебного заседания. Вред совместно причинен, потому что в том числе и сотрудниками КОЛа. ДНПКОЛа производилось отключение электроэнергии, все правильно. При этом сам ответчик также участвовал в этом процессе. То есть это по ущербу, который вы просите взыскать. А по возложению обязанности, по уточнению вашим требованиям, ДНПКОЛа требования предъявляете, возложить обязанность возобновить присоединение дома к электрическим сетям и обеспечить подачу воды? Да, также, потому что именно этими сотрудниками было произведено включение. А на каком основании вы полагаете, ДНПКОЛа должны обеспечить дом электроэнергии и снабжением водой? Еще раз повторюсь, поскольку ими было произведено отключение. Чем предусмотрено, что именно ДНПКОЛа? То, что отключение, понятно, произведено. А чем предусмотрено возложение на них обязанности обеспечить? Мы полагаем, что ДНПКОЛа в данный момент выступает лицами, в том числе участвующими в отключении электроэнергии. Поэтому они, как лица, допустившие отключение электроэнергии, должно возобновить подачу электроэнергии в дом, которого он был отключен. Посредством чего? Это уже более технический вопрос. Вопрос, в чем заключается исковые требования окончательные на сегодняшний день. Прежде чем решать вопрос, уважаемый представитель истца, вам суд делает замечание. Вы даете указание сейчас не отвечать на поставленные вопросы. А я не могу этого сделать. Задается вопрос как представителю. У нас для чего тогда представитель был, участвует в судебном заседании? Мы с ним решаем позицию. Причем здесь это? Пожалуйста, представитель истца Горлов. Да. Ответьте на поставленный вопрос. В чем заключаются в итоге сейчас ваши требования? Исковые. Неважно кому. К одному ответчику, ко второму, к третьему. Окончательная редакция? Да, окончательная редакция. Учитывая неоднократные изменения. Какие требования вы поддерживаете, какие нет? Значит, требования будут сформулированы следующим образом. Первое требование – разыскать ответчиков. Солидарно. С ответчиков в? Ну да, с учетом того, что мы ходатайство на привлечение. Вы еще не уточняете. Я пока хочу уточнить ваши требования на сегодняшний день, до того, как будет рассмотрено ваше ходатайство на привлечение в качестве соответчика ДНПКОЛа. Я хотела бы уточнить ваши требования на сегодняшний день. Уже необходимость отвечать на этот вопрос, поскольку суд тогда задает вам этот вопрос. Заявление об уточнении требований было подано на предыдущем судебном заседании. Озвучьте, пожалуйста, требования. Почему вы не можете озвучить? Вполне логичный вопрос, учитывая неоднократное изменение требований. Какие требования в настоящий момент до заявления ходатайства о привлечении соответчика вы поддерживаете? Извините, пожалуйста, я поясню, почему я задаю такой вопрос. Если бы вы в прошлом судебном заседании подали измененные требования, но определились по поводу ранее поданных требований, я бы сейчас этот вопрос вам не задавала. На сегодняшний день в суде несколько ваших требований. Первое требование – взыскание 50 там, с лишним тысяч. Это по пришедшему негодность оборудованию в связи с тем, что было отключено электричество, да, это было первое ваше требование, адресованное Фишеру. Второе у вас было требование взыскать с Фишера 500 тысяч за технологическое присоединение. Третье требование у вас было взыскать 1 000 000 за скважину,
насколько я помню. Вот так звучали ваши требования. Затем требования изменили в очередной раз, в третий уже, да, и указали, что вам не надо, вернее, что вам не надо, а что вы просите обязать Фишера восстановить вам подключение к воде и подключение к свету. Ну и вот эти вот там 50 тысяч, пока они вас как бы неизменны в этой части. Вы же как юрист не можете не понимать, что это требования взаимоисключающие. То есть либо вы просите взыскать деньги, которые вам нужны для того, чтобы вы самостоятельно все это сделали, поскольку Фишер вас лишил возможности получать воду и электричество, либо вы не просите с него никаких денег, а просите, чтобы он это восстановил. Нельзя же просить и новую шубу купить и вернуть старую. Так же не бывает, вы же понимаете. Поэтому я хотела бы, чтобы вы определились в этом. В прошлом суде на себя не пытала другую сторону, для того, чтобы они определились, какие требования, как концов, у вас какие вы требования поддерживаете, какие требования вы не поддерживаете. Потому что позиция, которую заняла другая сторона в прошлом процессе, что мы эти поддерживаем и от этих не отказываемся. Так не бывает, вы же юрист, вы же это понимаете. Поэтому я бы хотела, чтобы вы четко сформулировали свои требования к моему доверителю. Конкретно сегодня. А что на сегодняшний день? Что вы поддерживаете, а что вы не поддерживаете? Если вы какие-то требования не поддерживаете, что вы как юристы должны сделать? Написать заявление об отказе от иска. От тех требований, которые у вас были раньше. Или хотя бы заявить об этом на протокол. Понятно, да, про что я говорю? Вот поэтому определитесь. Я у вас спрашиваю. Вы также действуете на основании доверенности. Пожалуйста, вы как юрист, ответьте на вопрос. Уважаемый суд, я еще раз повторяю. Вы сейчас проявляете неуважение суду. Вам суд задает данный вопрос. Суду также нужно знать. Конкретно перечислите. Раз, два, три. Эти требования мы поддерживаем, и все. Ответьте на вопрос. Какие вы поддерживаете? Я не готов на этот вопрос ответить, но при этом я заявляю о том, что представитель Мамаев готов ответить на этот вопрос. Который также действует от имени суда. Уважаемый суд, я сейчас буду говорить, у меня большая просьба меня не перебивать, я попытаюсь коротко, но по существу. Пожалуйста, не нужно по существу, сейчас задан вопрос, ответьте на вопрос. Сформулируйте вопрос, я вам на него отвечу. Какие исковые требования в настоящий момент вы поддерживаете по отношению к моему доверителю, Фишеру Александру Давидовичу? Какие конкретно? Прошу требования раз назвать, требования два, требования три. Или четыре, пять, сколько у вас? Я вопрос услышал. Письменно в прошлом судебном заседании мы уточнили исковые требования, а именно восстановить водоснабжение и электроснабжение и возместить производные убытки, которые были также причинены в результате незаконного отключения. Доверитель, в данном случае потерпевший, является кредитором в данных обязательствах. Вы являетесь должником. То, что касается требования о взыскании убытков в виде стоимости колодца на его изготовление и подключение новой точки присоединения, не выставляем требования. Не поддерживаете. Я поняла. Потому что мы изменили требования. Я мы вас изменили. Да, то есть вы не поддерживаете. Это для протокола. Не заявляете, да? Мы, еще раз говорю, поясняю. Не надо только пытаться изменить мысль, которую мы доводим. Мы не отказываемся от этих требований. Вы почему? Сходили. Потому что это не отдельно могут, может быть. Мы не, это, не заявляете. Не заявляем, да. Заявляете, мы об этом говорили неоднократно. Не заявляете. Понятно. Но если вдруг потребуется в будущем какой-то отдельный иск заявить, возможно, такой иск будет. Ну, я сейчас не об этом говорю. В рамках этого дела мы это не заявляем. Не заявляйте. У нас два требования. Возобновить в натуре поставку воды и электроэнергии и возместить убытки, которые были причинены непосредственным путем отключения электроэнергии. Все очень просто. У вас еще по ходатайству дополнения имеются? По ходатайству? Да, у меня есть. Есть, конечно, дополнения. Вот почему-то все время суд спрашивает какие-то нормы права. Ну, хорошо, я готов сослаться. Значит, можно пока не про нормы. Зачем мне перебиваете? Я начал разговаривать, зачем перебивать? Я ссылаюсь на статью 1080. Ответственность за совместное причинение вреда. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. В данном случае потерпевший – это наш доверитель Кузнецов, собственник жилого дома, в котором он проживал с ребенком. Дом отключен от воды и электроэнергии. Законных оснований для отключения не было. Соответственно, дальше мы в предыдущем судебном заседании выясняем. Оказывается, несмотря на то, что уведомление делал ответчик Фишер, он говорит о том, что вроде я не я и хата не моя. То есть это делала другая организация. Тогда давайте все-таки разберемся и привлечем их в качестве ответчиков солидарно. Потому что если мы читаем разъяснение Верховного суда, то, допустим, лица, совместно причинившие вред, отвечают солидарно. Пункт номер 9. Пункт номер 9. Номер пленума.
Чуть попозже скажу. Я еще раз говорю, я не в арбитражном суде нахожусь. Секретарь в судебном заседании мог отразить в протоколе пункт пленума. Сейчас я его зачитаю, я вам его отражу, какой конкретно. Так, к солидарной ответственности могут быть привлечены заказчик, поручивший выполнение работ, который причиняет вред, и подрядчик, фактически их выполнивший, ну, вот наша ситуация. Заказчик может быть освобожден от ответственности, если докажет, что подрядчик при выполнении работ вышел за пределы данного ему заказом задания. Фишер это вручную не делает, а нужно специальное образование, инструмент. Манипуляции в Электростовске проводили специалисты ДНТ Кола, потому что это их оборудование, это их сети. В данном случае солидарно должны отвечать, потому что они совместно причинили вред, они совместно провели определенные действия. Кто конкретно, в какой доле, они там уже сами пускай разбираются. Но если не установлено, считается, что поровну. Раз уж господин Горлов заявил это ходатайство, у меня к вам вопрос, будьте добры, пожалуйста. Встаньте, я же встаю. Что же встаньте, наверное, да? Встаньте, пожалуйста, к вам обращаюсь. Дайте порядок, судебный шум. Если в случае, если вы считаете, что в качестве соответчика должен быть привлечен ДНБ Кола, и считаете, что они должны отвечать солидарно, да? Тогда поясните, пожалуйста, какие обязанности вы просите возложить на моего доверителя и какие обязанности вы просите суд возложить на ДНБ Кола. Понятен вопрос? Да, понятен. Мы заявляем требования, исходя из того, как они были уже заявлены. Возможно ли солидарное возложение обязанностей? Солидарно возложить обязанности? Да, мы считаем, что возможно, потому что как равно, как и ответчик, который заявлен в настоящий момент, так и ответчик, которого мы хотим заявить, они оба должны осуществить подключение электроэнергии, независимо от того, кто этим будет. Солидарно, либо на каждого вы будете просить возлагать обязанность, либо солидарно возложить обязанность. Что каждый из них должен сделать? Если вы имущественный вред, для меня понятно, там деньги взыскиваются, да? Вот они все должны вам по 100 миллионов заплатить. Это что такое? А здесь действия надо выполнить. Кто какие действия должен выполнить? Поясните, пожалуйста, что должен сделать Фишер для того, чтобы восстановить вам электричество? Солидарное взыскание денег, понятно, да, как происходит солидарное взыскание? А здесь-то? А солидарное возложение обязанностей, ну, как должно происходить? Как это исполняться? Будет вот ваше требование? Вы тоже не готовы на этот вопрос ответить? Да. Не готовы. Мы вместе представляем интересы, поэтому я не вижу в этом критичного, если один представитель будет отвечать на вопрос, задан другому представителю. А вы тогда здесь для чего, простите, присутствуете? Да зачем? Чтобы заявлять ходатайство? Для массовости. Для процессуальный статус. Следующий тогда к вам вопрос. Значит, поясните, пожалуйста, какое отношение ДНБ Кола имеет к требованиям о восстановлении водоснабжения? Поясните, пожалуйста. Уже вопросы задаются стороне ИСА, либо ответчика. Но сейчас конкретно вам. Если у меня возражение на процесс ведения судебного заседания. Я не перебиваю, у меня возражение для занесения протокола. Проявляйте уважение к суду. Возражение. Я считаю, что вы ведете себя некорректно в судебном заседании. Вы позволяете себе вести вот этот диалог. Все фиксируется. Суд ведет процесс. Занесите замечание в протокол. У нас ведется протокол. Замечание в протокол. Возражение на ваши действия. Сейчас вам суд объявляет замечание. Возражение. Предупреждение. Возражение. Занесите. Возражение. Занесите, пожалуйста. Заносит секретарь у нас в протокол. Хорошо. У нас ведется аудиозапись. И в случае повторного объявления вам предупреждения вы будете удалены из зала судебного заседания. Вы нарушаете порядок судебного заседания. Я озвучить возражение могу? Сейчас мы разговариваем с представителем Горловым. Пожалуйста, не нарушайте. Не отвечайте ни на один вопрос, я вам дал указание. Все. Чтобы не тратить время, пожалуйста, ответьте нам. Вы будете отвечать на вопросы? Нет. Вы заявили ходатайство, и отвечать вы не намерены. Правильно вас суд понимает? Правильно суд понимает? Вы лично, как представитель, не будете отвечать на поставленный вопрос? Ни на один или на этот конкретно? Вообще не будете отвечать. Вы заявили ходатайство, и больше пока вы отвечать на вопросы не будете. Правильно, не чтобы мы не тратили время и тогда не задавали вам вопросы и разговаривали тогда с другим представителем. Я не буду. Если у меня появится необходимость и желание ответить на вопросы, я готов буду на него ответить. Пока я отвечать на вопросы не буду. Желаю, не желаю. У нас есть вторая сторона в процессе, которая должна понимать, может она вам задавать вопросы, либо не может. Пожалуйста, еще раз повторюсь, вопрос задается стороне, а не конкретно. Присаживайтесь.
Пожалуйста, вопросы. У меня возражение. Могу закончить все-таки? Сейчас у нас вопросы. Будут возражения, мы вас послушаем. Я возражение хочу занести на процесс и все-таки ответить на вопросы, и те, которые задали были стороне. Я могу возражение все-таки занести в протокол, потому что то, что сейчас происходит, я считаю, что это грубое нарушение прав стороны. У нас ведется протокол, вы слышите? Поэтому занесите мои возражения, можно я их озвучу? У нас ведется протокол. Да, тогда дайте мне возможность сказать свои возражения. Вот протокол. А вы дадите возможность задать вопрос сначала, который начал задавать представитель? Если вы считаете, что мои возражения могут быть отложены на какой-то другой период, я не знаю, может быть, после судебного заседания, давайте, я сделал тогда два возражения, в том числе и на то, как подаются возражения. Возражения, в том числе при подаче персональной жалобы указать. Ответьте, пожалуйста, каким образом ТНП «Кола», как вы полагаете, да, в случае, если вы просите привлечь ТНП «Кола» в качестве соответчика, солидарно, должно исполнить обязанности по подключению водоснабжения? Какое отношение ТНП «Кола» в принципе имеет к требованиям о подключении водоснабжения, поскольку предыдущий представитель, секунду, озвучил, что все те требования, которые предъявлены моему доверителю, адресованы в том числе ТНП «Кола». Объясните, пожалуйста. Объясняю. То, что касается водоснабжения, в данном случае ТНП «Кола» соответчиком не является. То, что касается отключения... А почему мы это, простите, просто должны сейчас понять, что она не является? Вы потому что, ТНП «Кола» не производила отключение водоснабжения. Она участвовала только в отключении электроснабжения дома. В связи с этим мы говорим о том, что они должны солидарно нести ответственность по обязательству восстановления электроснабжения этого дома. Когда вы говорите, что они конкретно будут делать, ну, понятно, что вы здесь не энергетики, не электрики находятся, но я вам могу пояснить. Как я сказал, что точка подключения сети, вот этого ДНТ-кола, просто так туда человек прохожий, не мой доверитель, не пишет, не могут подойти там, вскрыть что-то, подключить. Все равно это должно быть либо под присмотром, либо с их ведома. Это должно быть с их участием. Это в чужих сетях происходит отключение. Нет, сейчас по водоснабжению конкретно. То есть вы полагаете, что ТНП «Кола»... Я уже ответил на вопрос. Не может, правильно мы понимаем? Я же ответил на вопрос. Мне надо еще раз повторить. Давайте еще раз повторю. ТНП «Кола» по поводу водоснабжения не является надлежащим ответчиком. Я ответил на вопрос. Зачем вы мне спрашиваете? Это неуважение ко мне. Я ответил четко на вопрос. Определитесь, будьте любезны тогда, пожалуйста. Я на чьи вопросы отвечать? Почему мне одновременно задают несколько человек вопросов? Представитель ответчика, подождите, пожалуйста. Молчу. Вот если вы нам пояснили, что у вас требования, изменили вы их, ущерб 59 тысяч, обязать восстановить электроснабжение, второе требование, и обязать восстановить водоснабжение. Сейчас вы поясняете, что если будет удовлетворено ваше ходатайство о привлечении ДНП «Кола» в качестве соответчика, вот это третье требование, оно исполнимо соответчиком ДНП «Кола», если вы только что нам пояснили, что они не могут привлечь. Да я же вам говорю, что нет, только соответчик в части требования касается включения электроэнергии, я же об этом говорю. Вот. Это понятно. Да это логически. Тогда логичный вопрос, почему тогда вы сейчас не предоставляете уточненное исковое заявление и в уточненном не указываете, что солидарно взыскать с Фишера и ДНП «Кола» размер ущерба, солидарно обязать, если вы полагаете, что такая обязанность солидарно может быть возможна, восстановить электроснабжение, но обязать ответчика Фишера восстановить водоснабжение. Почему в данной части вот именно вот так не сформулируйте, если вы нам только что пояснили, что ДНП «Кола» не может восстановить водоснабжение. Уважаемый суд, вот мы формулируем так, как считаем нужно. А суд рассматривает по тем требованиям, которые заявлены. И вы нам только что пояснили. Давайте я сформулирую. Угу. То, что касается возобновления подачи электроэнергии на жилой дом, мы говорим, что привлечь солидарно ответчикам ДНП «Кола». То, что касается возобновления подачи водоснабжения, в данном случае Фишер является единственным надлежащим ответчиком. Угу. И также солидарно просим возложить ответственность за тот убыток, который был причинен на ДНТ «Кола» и на Фишера, потому что это как раз было связано с тем, что было отключено электроэнергии. Причинно-следственная связь есть. Поэтому из-за отсутствия электроэнергии пропало отопление, замерзли там фильтры, ну вот это все оборудование испортилось, экспертиза есть. То есть два требования, которые не касаются воды, это солидарные требования. То, что касается воды, ну тут ДНТ «Кола», она не имеет никакого отношения к колодцу, никакие работы там не производила, совместно, отдельно и тому подобное. Хорошо.
хорошо, понятно. Ваша позиция, почему тогда, учитывая, что вы нам сейчас пояснили, если суд удовлетворит ваше ходатайство, привлечет, мы направляем ДНК Кола копию уточненного, измененного заявления вашего, где данные требования не озвучены. ДНК Кола как у нас должны понять, что к ним заявляются какие-то конкретные требования за исключением водоснабжения? Если у вас в письменном виде данные требования не сформулированы. Уважаемый суд, мы находимся в процессе. У нас ведется протокол судебного заседания. Суд, вынося соответствующее определение о привлечении в качестве ответчика, соответчика, выносит определение, в котором все прописывает и указывает. Никакая норма Гражданского процессуального кодекса не обязывает нас предоставлять вот эти вот новые исковые требования в письменном виде, там еще как-то. Это характеризует ваше процессуальное поведение. То есть вы сейчас уточняете требования и просите взыскать солидарно с Фишера, ДНП, Кола размер ущерба 59-161, обязать солидарно Фишера и ДНП, Кола восстановить электроснабжение жилого дома и обязать Фишера восстановить водоснабжение. Правильно? Требования именно уточняете так. Сейчас? Именно так. Уточняете. То есть, если вы говорите, что под протокол в письменном виде вы не намерены предоставлять, то есть мы под протокол требования формулируем так и уточняем. Четко сейчас. Прозвучало. Правильно? Именно так, да. Пожалуйста, вопросы еще. У меня нет больше вопросов. Уважаемый суд. У вас дополнение больше не имеется? Нет, не имеется. Присаживайтесь. Пожалуйста, ваше мнение по заявленному ходатайству. Я полагаю, что ходатайство заявлено в ненадлежащем процессуальном виде, по сути, привлечение в качестве соответчика предполагает наличие отдельного искового заявления к ответчику. Во всяком случае, в ходатайстве о привлечении в качестве соответчика должно быть изложено, какие обстоятельства, по мнению другой стороны, свидетельствуют о том, что в деле должен быть еще один ответчик. Почему предусматривается солидарная ответственность? По сути, безусловно, это ходатайство в нашем конкретном случае должно быть в письменном виде с формулировкой и с основанием, по какой причине другая сторона полагает, что ДНП Кола действовала противоправно, поскольку, насколько я помню, с прошлого свидания, другая сторона все время ссылалась на наличие делитных обязательств. А там состав правоотношений совершенно понятный, должны быть противоправные действия. Поэтому пусть ссылаются на норму, которая, как мне не нарушила ДНП Кола, представляется письменной. Это право стороны заявить о том, что хочет привлечь кого-то в качестве соответчика. Но для этого надо все это сформулировать в надлежащем виде, потому что суд, извещая другую сторону о том, что они привлечены в качестве соответчика, должен направить им документ, да, из которого было бы понятно, почему другая сторона привлечена в качестве соответчика, какие аргументы выдвигает истец. Поэтому я бы не полагала необходимо предоставить возможность другой стороне, время, там, возможность, если нарушение это будут расценивать, для подготовки письменного ходатайства с указанием мотивов и обстоятельств, по которым они считают, что другая сторона должна быть привлечена в качестве соответчика. Я объясню, почему. Уважаемый суд, мы в процессе находимся уже скоро полгода, по-моему, да? Вот, значит, требования меняются неоднократно. Понятно, что привлечение в качестве соответчика вот в таком устном виде как бы повлечет затяжку процесса. Если даже суд уведомит ДНП о тех претензиях, которые имеет к ним другая сторона, тот же ДНП потребует тех же самых разъяснений, о которых говорит и сторона Фишера. То есть, пожалуйста, скажите, на какие нормы вы ссылаетесь, почему вы считаете ваше поведение противоправным. Это опять будет затяжка, это опять будут готовиться 33 позиции, направляться и так далее. Мой доверитель несет расходы на оплату услуг представителя. Это не бесплатная юридическая помощь, я думаю, точно так же, как и другая сторона несет эти расходы. Поэтому я полагаю, что в этой ситуации все действия другой стороны направлены исключительно на затягивание процесса. Не знаю, с какой целью, тут сложно мне говорить, да? Поэтому я хотела бы это обстоятельство отметить. Другая сторона имеет право заявить такое ходатайство. Ну, на мой взгляд, такое ходатайство должно быть мотивированным, раз, и пригодным для того, чтобы другая сторона могла составить свои возражения. Я имею в виду, в любом случае, ДНП Кола, мы свои возражения готовы представить. Уважаемый суд, у меня реплика.
несмотря на то, что много было сказано, ни на одну норму Гражданского процессуального кодекса не было ссылки. Так же, как и вам обращено. Потому что я имею право, как вы разъяснили в самом начале, изменять исковые требования, что мы сделали. Какие-то требования подавать устно, письменно и тому подобное законодательство не содержит. То, что вы там говорите, что мы там затягиваем, не затягиваем, так давайте не будем затягивать. Теперь переходя вот к тому постановлению, которым я сказал, что сейчас вам назову. Значит, постановление Пленума Верховного Суда номер 49 от 30.11.2017 года. Вот там пункт номер 9. Оттуда я взял эту информацию, которую я огласил по поводу заказчика и там подрядчика, которые совместно причинили вред. Вот, то есть по аналогии там можно все это применить к нашей ситуации. И с ним почему, в чем солидарность, как должны устранить. Наше ходатайство абсолютно мотивированное, основано на Гражданском процессуальном кодексе. Возражения как раз вопреки этому не основаны на Гражданском процессуальном кодексе. Истец в настоящее время находится в Мурманске либо за пределами? Истец находится за пределами Мурманске, и он поэтому не может участвовать. Вот. И после того, как вы дадите мне возможность, я хочу все-таки озвучить свои возражения под протокол. Он в курсе о том, что заявляется такое ходатайство. Ему направлялось письмо, в котором предлагалось ему подтвердить, какие требования он поддерживает в настоящее время. Уважаемый суд, прошу огласить доверенность судебным заседаниям, чтобы больше таких вопросов не поступало. Все полномочия, которые необходимы действовать от имени моего доверителя, у меня имеются. Соответственно, если я вам говорю это так, значит это так. Это воля моего доверителя. И каждый раз ставить под сомнение... Нет, а ответьте пока на вопрос, он в Мурманске или нет? Я ответил, что он не в Мурманске, он находится за пределами Мурманска. Он уполномочил нас на ведение дела. Он ведет дело в суде через своих представителей, а целых два представителя. Уважаемый суд, у меня еще тогда один вопрос параллельный. Поскольку один из представителей выразил свою позицию по поводу того, какие требования как бы оставляются, какие нет, я хотела бы, поскольку у нас два представителя, да, выяснить у второго представителя. Он поддерживает позицию предыдущего представителя? Либо сейчас, секундочку. Да, учитывая, что мы сейчас под протокол уточняем требования, то есть... Мы с представителем Мамаевым определились, что, по его мнению, требования звучат так, как суд озвучил, да, взыскать солидарно с ДНП Кола и Фишера, денежные средства 59-161, обязать солидарно Фишера и Кола восстановить электроснабжение и обязать Фишера восстановить водоснабжение. Поддерживайте эти уточненные требования. Да, уважаемый суд, я как представитель страны сам поддерживаю. И других требований вы к Фишеру у вас в таком случае не имеете, я так вас понимаю? То есть в настоящее время вот так требуется? Полностью солидарен с позицией еще одного представителя. Все, давай. Уважаемый суд, я могу все-таки возражение по протокол свои зафиксировать? На порядок ведения процесса. Ну, дайте мне такую возможность, у меня есть такое право? Ну, вы не лишены возможности потом это указать в доводах апелляционной жалобы. Я обязательно это сделаю, со ссылкой на лист номер дела и протокол. Да. Поэтому я имею право все-таки под протокол сделать возражение. Значит, уважаемый суд, я хочу обратить внимание, что сторона в деле может участвовать через своего представителя. И неважно, сколько этих представителей, кто конкретную волю выражает. И если человек говорит четко и понятно, что на данный вопрос ответит мой другой представитель, либо я не буду отвечать, не надо устраивать здесь какое-то представление о том, что вы обязаны ответить, вы не уважаете суду. Это право давать ответы. Это первый момент. Второй момент. Я считаю, что это глубочайшее неуважение, когда один раз вам ответили, два раза ответили, и вы постоянно задаете один и тот же вопрос. Вы хотите услышать какой-то конкретный ответ? Так сформулируйте, что вы хотите услышать в ответ. Я считаю, что вот такое поведение недопустимо. Недопустимо одновременно задавать вопросы представителю стороны, со стороны суда, представителя другой стороны. Это тоже неуважение. Призываю к тому, чтобы был какой-то порядок, какой-то регламент ввелся. Если задается вопрос, так надо выслушать ответ, а потом переходить на другой вопрос. Они вопрос по вопрос, вопрос, не услышав ответ. Мы тут что, словоблудие пытаемся свое демонстрировать? Вот я надеюсь, что это будет учтено в дальнейшем. Спасибо. Привлечку части в деле в качестве соответчика СНТ СНДНП Кулом. Срок по делу 16 августа 2023 года. Направить ДНП Кола копию исковое заявление.
принять уточнение исковых требований, в том числе с учетом привлеченного соответчика, считать надлежащими и требования, которые истец поддерживает в настоящее время, требования о взыскании солидарно с Фишера и ДНП Пола в пользу Кузнецова денежных средств в размере 59 161 тысяча, о возложении обязанности солидарной на ответчика Фишера и ДНП Кола восстановить электроснабжение жилого дома и в части обязать ответчика Фишера восстановить водоснабжение жилого дома и обеспечить подачу холодной воды надлежащего качества в указанный жилой дом. Данные требования будут указаны судом в извещении, которое будет направлено в адрес привлеченного соответчика, поскольку в письменном виде они не указаны. Потом в письменном виде они будут указаны в письме. В связи с чем настоящее судебное заседание по делу отложить?